Дьявол идет. You up to? Whoa! Recalibrated the portal away from Earth and back to the alien homeworld. And the Russians were afraid of what might be on the other side. Из-за колебаний энергетической мощности, которую мы впервые наблюдали прошлой зимой, мы были не в состоянии пользоваться порталом. После несчастного случая мы решили подождать несколько недель и посмотреть, не стабилизируется ли портал. Этого не понимаю.
взволновало и ужаснуло. Сквозь мерцающий свет портала на какое-то короткое мгновение я увидел фантастический инопланетный мир. Thank you.
Ивлеев доктор наук, Владимир Керимов из Советского космического агентства. Я записываю это сообщение в надежде, что когда-нибудь эта запись будет услышана, и наша миссия на этой планете будет понята. Это была мирная миссия. Мы обнаружили в Сибири портал 22 года назад, в 1974 году. Это загадочное устройство могло мгновенно перемещать людей и машины с Земли сквозь пространство прямо на поверхность этой планеты. Планета имела очень богатую биосферу, необычную и в то же время прекрасную, а также атмосферу, благоприятную для жизни. Было решено, что Союз должен застолбить для себя этот мир. Поэтому самое удивительное открытие в истории человечества держалось в тайне. Наши лидеры хотели построить новое, идеальное советское общество. И так, в довольно короткое время, мы основали колонию, насчитывающую сотни людей. Вначале эта планета была очень многообещающей. Но спустя несколько месяцев...
These must have been the portal creators.